Всем привет! Увидел я недавно на Алиэкспрессе вкладку с автотоварами, и приглянулись мне очень много интересных устройств, которые, по моему мнению, будут актуальными для многих автомобилистов и помогут вам при ежедневной езде. Сегодня я покажу вам некоторые такие устройства, думаю, вам будет интересно и полезно. Приятного просмотра! И первый товар в нашем списке – это тестер тормозной жидкости. Крайне необходимая вещь для любого владельца железного коня. Удобный и простой в работе тестер тормозной жидкости, изготовленный в виде обычной ручки, используется для проверки качества жидкости. Тормозная жидкость накапливает влагу со временем, из-за чего происходит ухудшение ее свойств. Тестер может использоваться для диагностики различных жидкостей – DOT 3, 4 и DOT 5. Перед началом работы убедитесь, что элемент питания тестера установлен. Кнопка включения расположена сверху. Отключение тестера происходит в автоматическом режиме. Тестер оснащен светодиодами разного цвета – зеленый, пара желтых и пара красных. Летом многие устают от жарких солнечных лучей, которые вызывают дискомфорт, и от любопытных взглядов на дороге тоже. Избежать этого дискомфорта поможет вам вот такая вот шторка, которая также защитит вас и от комаров. Она устанавливается прямо в оконные проемы вашего автомобиля, защищает пассажиров и водителя от дорожной пыли, лучей солнца, комаров и мелкого мусора. Хочу заметить, что шторка является законной альтернативой тонировке, так как это ткань, а не пленка, и имеет допустимые значения светопропускаемости стекол при замере. Также к преимуществам шторки можно добавить то, что она повышает эффективность работы кондиционера где-то на 40%. Сделана шторка из плотной сетки, размер 50 на 52, подходит для большинства авто. Хочу порекомендовать вам канал в Telegram с автотоварами. На нем можно найти для своего автомобиля что-то интересное, недорогое и полезное у самых популярных продавцов по выгодным предложениям и купонам в китайских магазинах. Ссылка на канал в описании, переходите и смотрите. Электронный манометр стоит совсем недорого и позволяет быстро измерять давление в шинах и узнать, какие нужно подкачивать. Есть 4 величины измерения. Благодаря светодиодной подсветке ниппель будет хорошо видно даже в темное время суток, и дисплей тоже с подсветкой. Этот цифровой шинный манометр идеально подходит, чтобы держать его внутри вашего автомобиля в качестве аварийного комплекта. Карбоновая пленка для авто. Один из наиболее популярных материалов для тюнинга капота, крыльев, дверей и других элементов кузова и салона машины. Благодаря своим прочностным и эстетическим качествам этот материал пользуется высоким спросом среди автолюбителей, желающих передать своему автомобилю уникальный внешний вид. Пленка на вашем автомобиле защитит его от мелких сколов, прямых солнечных лучей, реагентов на дороге, да и просто приукрасит вашего железного коня и передаст ему обновленный цвет и выделит из потока машин. У данного продавца есть много разновидностей пленки и цветов, вы можете выбрать себе по вкусу и сможете пофантазировать, как приукрасить вашу лошадку. Покрытие изготавливают на основе технологии имитации переплетения углепластиковых нитей и закрепляют на пленке микроскопические прямые полоски. Недорогие универсальные чехлы из эко-кожи, которые не протираются и не портятся годами. Они не только защитят сиденье вашей машины от пыли и грязи, но и украсят ее салон. Важной особенностью эко-кожи является образование сквозных микропор. Таким образом, эко-кожа пропускает воздух и водяные пары, не пропуская при этом воду. Воздухопроницаемость эко-кожи в десятки раз выше, чем у любой самой дорогой натуральной кожи. Эко-кожа имеет ряд преимуществ, в отличие от натуральной кожи. Ухаживать за ней очень просто. Для удаления небольших загрязнений достаточно протереть ее влажной салфеткой, а потом протереть насухо. Кроме того, такие кожаные чехлы на авто смотрятся солидно и стильно. Есть разные комплектации, можно купить отдельно на задние или на передние сиденья. Крутой видеорегистратор OnCam. Видеорегистраторы OnCam зарекомендовали себя как одни из лучших среди китайских видеорегистраторов, дающих превосходное качество записи и имеющие достаточно широкий функционал, необходимый для видеофиксации. Камера на 12 мегапикселей с углом обзора 170 градусов. Съемка Full HD с расширением 1920 на 1080 передней камеры и 640 на 480 задняя. Отображается съемка на 4-дюймовом IPS экране. Есть набор стандартных функций плюс G-сенсор. На видео вы видите дневную и ночную съемку. Сам регистратор небольшого веса, тонкий и прочный. Качество съемки основной камеры вполне впечатляют, и даже ночью при свете фар или фонарей остается на уровне. Съемка передней и задней камеры происходит одновременно и записывается в виде двух разных видеофайлов.
автомобильный карман-органайзер между сиденью и консолью. Этот карман поможет поймать падающие предметы, прежде чем они проскользнут под сиденье. Он также может быть использован как средство для хранения мелких вещей, таких как карты, очки, ручки и многое другое. Карман-органайзер сделан из мягкого пластика и благодаря уникальному дизайну подходит для большинства автомобилей. Устанавливается за считанные секунды без клея и легко очищается. GPS-трекер с автосигнализацией. Он предназначен для определения точного местоположения любого объекта или транспорта. Трекер может похвастаться довольно широким функционалом. Его можно применять в качестве системы сигнализации. Модель способна контролировать определенные параметры, такие как состояние дверей, закрыты или открыты, зажигание, включено или отключено, и блокировать двигатель удаленно, а также проводить аудиомониторинг окружения при помощи своего мобильного телефона. Мониторинг осуществляется в режиме реального времени, а сам трекер отличается следующими встроенными функциями: сигнал в случае превышения скорости, сигнал при попадании объекта в слепую зону, сигнал в случае нажатия кнопки SOS. Данная кнопка производит рассылку SMS-сообщений на 5 мобильных номеров с точными координатами и текстом Help me. Кроме того, данный трекер может работать, будучи отключенным от аккумулятора транспорта, поскольку он оборудован резервным источником питания. Этот источник гарантирует работоспособность прибора в течение 48 часов. Алкотестер. Эта штуковина покажет вам цифры, если выпить крепких напитков и подышать в нее. Если показывает любую цифру, кроме нуля, то значит вам придется ехать на такси. Работает она от двух батареек. В комплекте идет 5 сменных насадок для попутчиков. Или любителям часто дуть в прибор. Подсветка экрана не даст отмазаться, что мол в темноте не было видно. Полезный девайс, если вам утром нужно на работу, и вы не понимаете, сколько вы выпили, и сомневаетесь, что можно вам за руль или нет. А штрафы у нас большие, так что лучше его прикупить. Пробка масляного поддона с магнитом. Не секрет, что основная причина износа трудящихся деталей моторов, двигателей внутреннего сгорания, редукторов и автомобильных коробопередач – это ухудшение качества масла, в частности, из-за накопления в нем металлических частиц. Многие такие частицы легко проходят сквозь масляные фильтра и становятся настоящим абразивом, лавинообразно ускоряющим износ деталей. Использование компактных сверхмощных магнитов позволяет отлавливать такие частицы и надежно их удерживать там, где можно будет легко их удалить. Мощный магнит, встроенный в пробку, позволяет собирать и удерживать металлические частицы, которые образуются в результате работы ДВС. При смене масла их можно будет легко удалить. Отсутствие посторонних частиц в масле положительно скажется на ресурсе и надежности вашего двигателя и других систем. Автомобильный тент. Во время длительного хранения автомобиля, выезда на природу, на пикник или хранения авто на крытой стоянке следует задуматься над тем, чтобы обеспечить защиту своего автомобиля от нежелательного воздействия окружающей среды, таких моментов как загрязнение от пыли, осадков, птиц, нагревание салона от солнца и тому подобное. Также тент может служить отличным способом для защиты салона от посторонних глаз. Тенты изготавливаются из водоупорного материала. Его очень удобно хранить в компактной сумке, которая не займет много места в вашем багажнике. Ваша лошадка будет всегда чистая и ухоженная, и вам не нужно будет тратить деньги на мойку и на полировку. Вы никогда не пожалеете о том, что сделали такую полезную покупку. Портативный тестер напряжения для автомобиля, который специально разработан для проверки напряжения нагрузки аккумулятора, напряжения заряда и проверки стартера. Светодиодные указательные лампочки со значением заряда аккумулятора – хорошо, слабо или плохо. Автоматический тестер емкости АКБ имеет простое управление и индикацию состояния батареи. Длительность теста составляет 10 секунд. Тестер проверяет уровень заряда аккумулятора, ток холодного пуска, работу генератора и стартера, а также проверяет температуру аккумулятора от минус 29 до плюс 21 градуса. Выполнен из качественного пластика и имеет надежные провода с крокодилами. Выпрямитель вмятин на машине. Поистине потрясающие приспособления для устранения вмятин на вашем автомобиле без повреждения лакокрасочного покрытия авто. Прибор очень прост в использовании, но достаточно профессионально и эффективно удаляет вмятины с кузова, капота, дверей и не только, не повреждая поверхность вашего авто.
является прекрасной экономной альтернативой дорогостоящим ремонтам и позволит вам сэкономить деньги. И самое главное, что после устранения вмятин вам не придется заниматься покраской, а следовательно, экономите на шпаклевке и других сопутствующих материалах. В комплект набора входит мостик-скоба, пистолет для разогрева клея, термоклей и три присоски с разным диаметром. Вот такие интересные товары попались мне на глаза. Как они вам? Пригодились бы в вашей машине? Я думаю, что да. В моей, по крайней мере, не помешали бы. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал. Дальше будет еще много интересного. Возле кнопки «Подписаться» есть колокольчик. Нажимайте на него и не пропустите ни одно уведомление про выход новых познавательных видео. Был рад для вас стараться. Хорошего вам вечера и пока-пока.